что, привет, народ! Другая жизнь снова с вами. С предыдущего ролика прошло 1.5 дня. Съездили в Москву, сделали дела и вернулись обратно. Короче говоря, сегодняшний фильм начинаем ровно с того места, где закончили, в общем-то, предыдущий фильм. То бишь, монета, которая крупная в прошлом ролике, которая в плохом сохране оказалась, за ветер сразу извелся, оказалась облачником 5-копеечной монеты. Достаточно редкая монетка, но убитая. То есть будем смотреть, продолжать, пробовать найти серебро. И мысль какая? Опять же, то же самое поле за полем. Но мы зайдем в лес, потому что дорога все-таки шла через лес. Ладно, не будем рассусоливаться. Пойдемте, потому что здесь холодно. Еще сегодня минус 4 ночью было. Ох, замечательно. Бодрит. Бодрит. Промежуточный отчет. Проскакали то поле, но мы особо как бы не планировали там сейчас ничего искать. В итоге у меня две монеты. Два зеленых кружочка. Сейчас. Ну да. Опустка. Нет, она читается, конечно. Ну, она убита. Опустка. Две копейки Александра. У меня какой-то зеленый кружок и двушка советская. Я думаю, что зеленый кружок по форм-фактору очень похож на Николая Первого. Может быть. Так, сейчас единственное, что мы чуть-чуть, или как мы сейчас сделаем-то? Я хотела сначала там, а на обратном пути. А, ну давай, я просто хочу вон тот угол захватить, вон тот еще. А потом. Может быть вообще пройдем через него? Я бы сейчас через кусты, через эти не ломил. Ну, ну нахер. Короче, идем туда. Ну все, преодолели расстояние. Пока шли, у Любы еще была интересная конина налобная, сейчас покажем. А у меня прямо на входе трояк 29-го года. Вот такая вот конинка. Здесь ремешки шли. Ну да, во лбу. Звезда. Звезда, во да. Лбу. Прямо на лбу лошади располагалась. И она вот так вот, насколько я помню. Ну, сейчас фотку прикрепим, как было. А у нас цель, вон, видите, березки стоят. Вот где-то там был вход. В прошлый раз, во всяком случае, нам показалось. Сейчас посмотрим. Да, в прошлый раз, конечно, мы очень погорячились насчет леса-то. В тени было как будто бы можно было ходить. Ну, ну вот, вот этот кусок, а дальше его все. Да тут просто мрак. Мы вот этот кусочек вначале чуть-чуть прочесали кустов, а дальше там даже пытаться не стоит. Там очень сильно заросло и очень много этого вьется, который. Клещевальня, естественно. Ладно, не получилось, так не получилось. Ходим на поле, будем там ковыряться. Интересная поляна, сейчас такую разведку провели. Так, прошли кругом. Там вон в кустах полазили. Ничего, тишина. И вот начали возвращаться опять вот в этот угол, где и в прошлый раз были находки, и в этот. И вот крестик выпал. Целый. Целый, да. Тоненький. Сейчас покажу. Это что-то вроде петровских времен, я так понимаю. Такусенький, тонюсенький, тонюсенький. Но целый, да. Как выжил-то он здесь, в этих пашнях. Здесь же пахали это поле, мам дорогая. Но это зачетик. Мы его отмоем, черный носили. Просмоленый. Долго. Жиром пропитывалось и сохранялось, когда долго. Салом. Салом, да. Вот. Ну что, будем здесь тогда ходить? Что еще остается-то? Посмотрим тут. Ну это не рубленное, это, а может, рубленное. Рубленное. Короче, находка. Пол монеты. Знаете, ну, почему рубили, ломали монеты? Расскажи нам. Че расскажи? Так долги записывали. Одна часть монеты оставалась у должника,
Вторая часть монеты оставалась у заемщика. Взаимодавца. Угу. Вот. И вот таким образом зафиксировались долговые отношения. Ну да. Короче говоря, вот так вот было в те времена. Между заемщиком и заимодавцем. Да. Пол монеты. Да, сегодня, конечно, холодно. Температура ниже, чем в прошлый раз. Подмерзать начинаешь. На том поле тишина полная. Перелезли на другое. Ну и две чешуйки. Сейчас. Одномедная. Одномедная убитая. Вторая Михаил Федорович крупненькая. Такая вот красивенькая. Ага. Вот так вот. Всадник. Серебро. Замечательно. Теперь придется вот здесь по кустам лазить. Мы что-то вообще страх потеряли. На всю голову. Лазим по клещевальне. Сейчас вон с той стороны вот этой болотины лазили. Навешали на себя их. Сейчас, когда до машины дойдем, придется осматриваться. Иначе можно домой притащить. А дома собака. Нам это надо? Нет. Была-то сверху. Сверху? Она и звонила у меня, как пробка. Не, они хорошо звенят. Так, убираем камеру, продолжаем лазить по кустам. Короче, такие вот загадочные закутки везде по весне. Вон, закуток такой. В кустах. Люба туда пошла и прясло нашла. Грузик, надеваемый на прялку. На веретено. Точнее, снизу. Для того, чтобы оно крутилось. Да. Балансировочный грузик. Блин, мы долазимся по этим чепужатникам сейчас. Но все равно прикольно. Трава вся лежит. Но сегодня что-то находок мало. В тот раз вот в крайнем видео было. Зато неинтересней. Ну как, чешуя и тогда была, и сегодня дали. Залезем и туда, и сюда. И везде еще. По тому полю пройдем, пока к машине идем. Кстати, потом. На этом поле-то много прясла. Здесь и прясла были, здесь были в свое время пугирьки старые. Я помню, где-то вон там. Вот где-то вот здесь вот. Примерно. Да я видел. Ну попробуем сейчас сюда в кусты забраться. Так, ну двигаем к машине. Ну и, соответственно, да монгол. Как же мы без него-то? Что это такое? Деталь чего-то. Ответить я не могу. Будем искать в интернетах. Если найдем, сейчас прикрепим картинку. Я думаю, что, ну да, деталь чего-то. А не найдем, так не найдем, извиняйте. Прикольная какая-то штучка. Уж фибулка какая-то. Ну, эти точечки. Патина такая. Штука старая, старинная. Сейчас дойдем до машины, все покажу. Сейчас вообще классно. Птички поют, ветер стих относительно. Замечательно. Ну что, дошли до машины. Сегодня такая себе разведка получилась. В лес мы не попали, как мы надеялись. В царстве клеща. Так мы этот ролик и назовем. Совсем мы осмелели, лазили по кустам, снимали с себя грозди этих заманчивых насекомых, забавных. В целом что-то нашли. Сейчас мы будем все равно осматриваться. Сейчас покажу, что есть. Вот так вот понемножку, помаленьку, да набралось. Кучка монеток, пуговок, прясла, крестик прикольный, тоненький, конины, кусочек короны с мурдельера. Ну, вообще это набой. Да это понятно. Ну, в зачет чешуя серебряная, Михаил Федорович, вот эта штука. А, ну да, крестик и вот эта штучка домонгольская. Ну, а все остальное так. Проходной вариант. Ну, такой прекрасной солнечной нотки. Я с вами прощаемся.
Подписывайтесь на наши каналы. Делитесь видео в соцсетях. Всем спасибо, здоровья и пока!